Дима, а куди ти їдеш? За грибами? З дідушкою? Молодець. О, з дідусем їдемо за грибами. Дімка, який знайшов грибочки, покажи. Неси дідушки, да? Дід, не спіши, потихоньку. Покажи, мама. Ой, какие масленки, да чистенькие какие. Неси дедушки, давай. Ой, молодцы. Тихо, тихо, подножки смотри, неси дедушки. Подножки смотри. Дедушка. Что там Дима нашел что-то, а? Где? Ой, а паук какой. Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Глянь какой! Вау! Сейчас дедушка посмотрит. Бросай. Подожди, не бери. Сейчас дедушка придет. Дедушка, быстрей! Иди быстрей! Ой, какие манюньки, покажи. Да, польские грибочки. Ой, упали. Давай. Дедушке сейчас отдашь. Смотри, дедушка. Не, ну надо ж такому, а? Ха, скажи. Какая красота. Это нашли. Димочка с мамой. Все, я план выполнил. Давай, выкручивай его, Дима. Ого. Ничего себе. Ух, высоко. О, сегодняшний мой белый первый грибочек. Ой, смотрите. Это масленок. Да нет, это беленький. О, какая ножка. Значит. Ой. Сегодня погодка. Маслята я его сещен нашла, красивые. Ой, какие они осенние масленочки. Ой, новый. Да, многим нравятся. О, угля какие. Глянь ты, какие масленки. Ой, какие маслятки. Красивые. Оп, отлично. Ой, здесь свежак. Отлично. Что, что он и сухий, не? Так дожди же нету сейчас уже. Недели, две. Ну, такие здоровые, ну покажи. Да, вот сейчас, смотри. Угу. Оп. Ножка. Ножка хорошая. Да, он червиво. А ну, разрежь. Ну, тут чистенький, да. Ой, сегодня на дне тучки нема. Так красиво. Ой. Ну, белых уже мало. Грибов, конечно. О, глянь, такие маслючки. Ой. Мальчики. Тут трошки присохли, да? Таниля. О, 4 штуки. Четыре маслючка. Ой, ой, какой боровичок. Ой, ну, срывать. Аля, красивый какой. Ой, красавчик, классический. Да. Динозавры теж сегодня с нами, с ней сбирают грибы. О. Ага, Дима. О, какие. И машины тут. И динозавры. Уже почти полное ведро. Я думала, сегодня мы насбираем. А он ножка. Тут и кину? Я. А, тут и кину. И польский грибочек. Да. Ага.
польский грибочек красивый. Это я хочу найти по дереву. Сразу начал обращать внимание на тебя. Там, там. О. Тоже хороший. Мои любимые вот это вот желтухи. Сосеи. Маслятки и польские. И желтушки уже начинают. Зеленушки. Мухоморчик. Мухомор. Польский? Ну, на базарі багато білих. Менше маслюків, польських, ну, дуже багато білих. А по чому ми не питали, по чому вони? Це що таке? Ой, біленький. Бачите, який? Оп. Молоденький. О, добре щось пішло. Вже так чувствується, що сухий ліс. Прямо оце димок таке сухе. Як було після дощів, таке було влажне все. Мокреньке для грибочка. Зараз вже все підсихає. Ну і ще щось можна знайти трошки. Привіт, друзі! Ми сьогодні знову в лісі. Не можемо ми покинути це заняття дуже захоплююче. І тим паче така погодка прекрасна. Сонечко, тихо, вітра нема. То ми приїхали в ліс знову. То родичів привозимо, то знайомих, і самі теж збираємо грибочки. О, які, які. О, які в нас тут динозаври. Да, да, Дімка, динозаври в нас в лісі тут. Такі ходять, гриби збирають. Грибочки. Ой, гуляємо в лісі останні дінечки. Скоро зима прийде. Невідомо, яка буде. Так що насолоджуємося цими днями. І сонечко гарне. Тихо. Нема нікого в лісі. Така тиша. Тільки дерева десь високо там шумлять потихеньку. Дедушка не взял эту газетку расстелить, а? Говорила дедушка. Расстелить газетку, да? Вот так. Шишки тут всякие. О, так. Опа. Да. Будем пить чай. Кофе, чай. Кофе, чай, кофе, чай. Где дедушка? Зови. Мама. Мама, иди, кушать будем. Пряничек. Пряничек, да?
Какие прянички? Да. Машка, какая клетка? Ой, а тут что? Шутим, шутим. Клетка? Две ялыночки, подружки. Такие молоденькие. Яких грибів тільки нема, скільки, яке разнообразие вообще. И такие красивые. Ось прям якісь, як вроде, не кружева, а такі волани якісь красиві. Грузді, що це таке? Ось рядышком. Ой, тут на горке под ветками нашла два. Ось такі маслючки. Такой, такой большой, прям огромный маслюк. И вот этот красивенький такой. Ой, красавчик. Видите, они корни все там остались. Мухоморчики такие интересные. Идешь прям как будто белый гриб. Оп. Такая форма красивая. Ну, это мухомор. Бачите, яка в нього шапочка в точечках. И ножка тоненька. И такая, яка біла. Ось, що ми сьогодні назбирали. І ось ще не помістилося у відро трошки. Не думали, що відро насобираємо. Добре. Що, Дімочка, нагулявся? Надихався? Кажемо Лісові, давай, кажемо. Дякуємо тобі, Ліс. Каже, дякуємо. Да. Приїдемо ще. Пока. Кажи, пока.